Все-таки нужно стремиться к тому, чтобы минимизировать или свести к нулю, к минимуму. Что происходит, это ужасно. Мы понимаем, что ожесточение с обеих сторон очень большое, но как бы ни было, какой бы уровень ожесточения с обеих сторон ни был, все-таки нужно стремиться к тому, чтобы минимизировать или свести к нулю, к минимуму потери среди гражданского населения, среди женщин, детей, стариков. Если уж мужчины решили между собой бороться, пусть борются между собой. Детей, женщин оставьте в покое. Это касается обеих сторон. Палестинская проблема в сердце каждого человека в этом регионе, да, я думаю, что в сердце каждого, кто исповедует ислам. Так жизнь сложилась, это очевидная вещь. И воспринимается это все, что происходит не только сейчас, а на протяжении десятилетий, воспринимается как проявление несправедливости, возведенной в какую-то... Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.